Буэнос диас, братва. Ядерный рассветный заряд вашего экрана, это значит, что мы продолжаем помогать сопротивлению в Эксмахина. Садимся поудобнее, берем ништяки и в первую очередь ремонт. На ебучий гром мы засматриваться не будем. Починка, бензин, так, кабина, зод, рок, сука! Горючий мне только мешается в инвентаре, поэтому я его тоже продам. Так. Минус. Так, рабочее оборудование. Так, еще одно. Так, у меня две сагиты и так торчит. Пиздос. Так, встретиться с лидером сопротивления на заправке. Здесь, видимо, по маппингу конкретно угорели. Чё, опять Moving Fortress. Это шаров с кустов садится на эту сторону. Ладно. Скаута, по-моему, фагот на борту. Ох ты ж мать твою, вот это бука-пука. У него реально просто гиперпушка. Смертельный фагот с увеличенным стволом. Дайте-ка я его в качестве курсового затестю. Эти вот проезды, срезки. Тут вода кругом. Да, о чем это я? Плазмоганчик, ты жжет. Кусается. Ну
Медленный, но, сука, крайне злостный сгусток энергии. Мне надо как-то съехать вниз. Здорово! Топим нахуй. Так, и что у меня теперь за квест? Ящиков по всей дороге разбросано просто... Есть, провались сколько. Да заебись, пацаны. Блять. До заправки срезали. Сжёг.
сука. Все равно для кого-то мест не остается. Ну и пусть это будет спектр в пизду. Так, сразу же сейвимся. Если их трое, там по-любому будет уралец. Так, рабочее оборудование. Горючка. Так, либриум это по-любому гельвеция. Так, что дороже? Горючку они сами продают, поэтому предпочтительнее рабочее оборудование. Надеюсь, мне хватит, чтобы добраться до пограничного. Хотя сюда заеду, как уж и быть. Дуру. А, зубы я и испилил, поэтому все нормально. Да, ништячками я знатно поднабился. Да, это можно было вот так сделать. Ножки немножко вытянуть. Так. Опять херачить неизвестно сколько. Блин, какая-то нудятина. Заехать с ребятками поторговать, да и так починиться, да заправиться за всю хуйню.
Почем слоны? 90 штук. Хотя когда меня это ебало? Так, и все-таки, что у нас получается по терминатору? Какой же у нас там сетап получается? Сколько там слотов? Маленький и средний. Получается, курсачи Максим и Один, два слона. Поэтому фагота я могу смело продавать. Все-таки на его место ставить Максима. Так, Один. Так, с КПВТшками я тоже прощаюсь. Покупаю за большие бабки второго слона. Продаю электромеханический комплекс. Так. 18 выстрелов в минуту из таких пуколок. Это сильно. Теперь у меня чисто на энергете. Так, слон Максим. Да, 1-2-2. Все правильно. Естественно, с охраночкой у нас достаточно глобальные изменения. Но мы летим в Гельвецию. Мы вообще мимо срали. Кстати, тихо не находите? Я уже хочу побесоюбить, а мне не выгорает. Вау! Это просто вау! Это просто, сука, отвал башки! Когда Урал, блядь, с одного залпа вылетает. Что? Не, ребятки, это убер-тачка. Вот просто убер-машина. Осталось только реально кабину поменять. Надо два курсовых пулемета. Ну, как лазера. Б-2.
Тут вообще пиздец бесоебля. Все. Был Урал и нету. Всё нахуй, был Урал и нету. Сегодня, в принципе, миротворец по зубам. Ну и всё, бля. Опять же, был Урал и нету. Блять, это машина так твой дом труба отшатает, что тебе и не снилось. Это просто, блять, передвижной трубошатательный комбинат. О, блять, мне аж страшно стало. Еще и быстро, как сам пиздец. Просто, блять. Меня понос медленнее прошибает, чем едет эта машинка. Вот. Вот теперь я понимаю, что собрал годный, в принципе, сетап. Можно было бы еще пизже. Ой. Но два слоновья залпа сжигают Урал ко всем хуям. Что-то я не туда, по-моему, повернул. Ага, тут еще город. Сука, боливар. Два маленьких. В принципе, можно и боливар на время поставить. Максималочка. И сопротивление увеличивается. Короче, берем ржавый боливар. Может быть, так фортанет быстрее. Угу. По бару мочило у бандюков. У них что, разная скорострельность, я не понял. А, медленный с обрезанным стволом. 112, а у этого 117.
Просеева. Там побатлил, тут побатлил. Миленько. Ну все, мимо гильвеца я точно теперь не проскочу. Единственное, что все равно надо конкретно так валить. Так, что по кабинам сразу же? Зод, Боливар, мимо. Так, можно сказать, компенсировал ремонт. Опять, что ли, устроивать мясо? Что-то мне уже даже не по себе немного. Опять мясо. Опять мясо. Ну что ж. Наверное, посмотрим, что там будет в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Про колокольцево тоже не забывайте. И до скорого. Чао.